Всем привет! С вами Комаров Виталий с очередной распаковочкой из нашего Китая. Да, из нашего Китая. Класс! Так, прислали мне оплетку для снятия припоя. Так, может, так она распечатается? Ну, вроде распечатается. У нас первый посыл, который так легко распечатывается. Вот такая вот оплеточка. Здесь ее должно быть 1,5 метра. Шириной она 2,5 миллиметра. Паяльник у меня уже нагрет. Так. Ну, хочется ее попробовать, как она вообще. Так. Вот такая вот оплеточка. Вот у меня есть такая вот платка. Старенькая. Будет она собирать сразу олово? Нет. Не знаю. Ну, попробуем. Конечно, для нее олова многовато, но... Ну, собирайте. Температуру сейчас побольше выставлю. Ушел из кадра, возвращаюсь. Как-то оно не пропитывается. По-моему, ее надо немножко флюсом пропитать, тогда она будет лучше. Да не, вроде собирает. Сейчас откусим. Включил без олова, оставил. Так, что-то как-то хреновато. Так, сейчас попробуем флюсом покрыть. Куда-то я только что вложил. Честно сказать, это не для того, чтобы флюсом покрывать. Так, пропитали флюсом. Посмотрим, что получилось. Ну, да, вот сейчас она собирает. Ну, сейчас она собирает, да, хорошо. И расплавляет хорошо. Ребят, что вы с провод сдерете такую оплетку, что закажете? Вот этот мне обошлось в 67 рублей. Ну, когда, да. Когда вот ее покрыл флюсом, она пошла. Так вот сразу четко собирает. Без флюса она собирать ни хрена ничего не будет. Вот попробуем взять ту часть, где я не дотрагивался руками. Смотрим. Нет, такой пропитки нет. Сейчас я сделаю увеличение. Почти что максимально. Нет, ее флюсом покрывать. Тогда только она будет собирать нормально олово. Так она ни черта не собирает.
Вот, без флюса. Ни черта она не собирает. Вот паяльник. А вот сейчас еще раз флюс. Вот этот флюс простой канифоль. В спирту. Ну, буквально сразу же прям разница есть. Моментально. Сразу все собирает. Без всяких проблем. Так что не надо рассчитывать от этой оплетки что-то какого-то чуда. Ее нужно пропитывать флюсом. Вот такая вот фигня. Выпаиваем все из проводов. Если кому-то нужна такая оплетка. И никаких проблем в этом не будет. Без флюса она не собирает. Все. Ссылочка на эту оплеточку будет в описании. Вот она. Китай Проммаш. 1,5 метра. 2,5 миллиметра шириной. Сколько здесь длиной на самом деле? 1,5 метра может быть есть. Но без флюса она не работает. Все. Спасибо.